Привет, бро, с тобой Воблер, и ставь лайк за 2 секунды, если ты не боишься динозавров. Считаю. Раз, два. Молодец, дружище, что ты успел поставить лайк. Я тоже их не боюсь, потому что они вымерли миллионы лет назад. Хотя некоторые динозавры остались, они живут среди нас. Это же крокодилы! Потомки динозавра, они кусючие. Сегодня же мы с тобой будем управлять динозаврами, будем эволюционировать, пожирать других динозавров в новой игре на канале Воблер, которая называется Dino.io 3D. Вот я такой маленький динозаврик, видишь внизу, я нубик-динозаврик первого уровня, а тут стоят какие-то курицы, они надо мной насмехаются, ну ладно, пусть насмехаются, я силен. А, так это же моя еда, я могу их съесть, круто, ням-ням-ням сожрал, ха-ха, вот вы надо мной смеялись, а я вас съел. Это у нас обучение идет в игре. Ух ты, смотри, я эволюционировал, у меня огромные уши и такие вот страшные брови. Я такой прикольный динозаврик второго уровня. Ням, этого съел. Ничего себе, заработал золото, кристаллы, и теперь я буду богатый и еще ем мясо, смотри. Я третьего уровня, amazing. Все, я прошел. Ой, это кто за мной гонится, дяденька, отстань от меня. Я ничего не делал такого, что можно было сделать, чтобы за мной гонялся другой динозавр. Не трогай меня. Дядя, я тебя убегу. Ладно, буду сражаться, как истинный воин. Но нападаю. Он меня сожрал. Продолжаем дальше. Обучение мы с тобой прошли, теперь настоящая жизнь. Привет, петух Андрей. Я тебя съем. Кстати, бро, здесь все имена вымышленные, если будут какие-то совпадения в реальной жизни, я не виноват. Побежали. О, это второго уровня, я первого, я ухожу. Давай, давай, что с моей скоростью? А не все второго, он меня догоняет. Ай-яй-яй, петухи, я вас ем. Так, третьего уровня гонится, а есть что-то поменьше, послабее? Они хотят меня сожрать. Я третьего, но он все равно сильнее. Давай попробуем, я смогу его одолеть? Конечно, смог. Где-то во сне смог, здесь не смог. Бро, я вот нубик-динозаврик Воблер первого уровня. Давай посмотрим, что это за менюшка. Тут у нас какие-то динозавры-карточки. Это у нас велоцираптор. Ну, если это велоцираптор, то я, значит, мамонт. Ну, ладно, согласен, где-то похож на велоцираптора. Идем дальше. Что это такое у нас? Карта. Будут открываться разные карты. За кристаллы. Это что у нас? Миссии, выполняя которые, мы можем получать кристаллы. Хорошо. Вот это что за коробка? Ой, какая классная. Первый день я зашел в игру и что-то получил. И, ого, 28 дней надо заходить. Да, конечно. Я прям зайду. 28 дней. Это что такое за палец? Говорит, Воблер, нажми. Донат, говорит, Воблер, задонать. Ой, за 20 золота могу что-то прокачать. А, покупай две карточки. Делаю слияние и получаю. Вообще капец. А можно обратно вернуться? Я вообще страшный, у меня огромные брови и уши. Я ушастый. Так это чебуратор! Динозавр-чебуратор, бро. Почему он такой? Могу забрать 20 кристаллов, но я хочу их удвоить с помощью ролика. Пошли дальше, посмотрим, на что способен наш чебуратор. Чебуратор, дынь-дынь, чебуратор, дынь-дынь, чебуратор, пожиратель, да! 2 кристалла заработал. Ой, какое вкусное мясо! Нет, так, конечно, такие уши — это преимущество. Потому что мог всех слышать раньше. Сейчас я-то уже другой. Давай, пожиратель! Я пожиратор, дын-дын, пожиратор, дын-дын. А ну, стоять, второго уровня, догоню тебя. Больше золота заработаю, да ну. Стоять, сколько здесь вообще уровней? Пожиратор, все, съел. Тут мясо, о. А, красная линия, я не должен ее касаться. Ну что, забираем иксы. Здесь за 2 убитых я могу получить 12 кристаллов. Бро, давай мы будем здесь динозаврам давать какие-то смешные имена. Это у нас велоцираптор, это дилопозаврус, это у нас будет чебуратор, это нубик. И сейчас мы создадим нового динозавра какого-то. Покупаю. Раз, два. Тут, кстати, мало места для карточек. И вот у нас третий динозавр. Смотри, какой симпатичный. По внешнему виду он похож на какого-то барана. Такой вообще потеряшка. А, мы можем слота покупать. Вот так вот даже. Все, пошли в битву. Надо зарабатывать золото. Лысая башка, дай пирожка. Давай мы пойдем сожрем петушков. Вот, есть петухи. О, смотри, янкилозавр. Он, да, пожиратель 4 уровня. Я люблю есть петухов. Значит, там был красный круг, который нас уничтожил. Возможно...
Здесь со временем круг уменьшается, и мы должны все равно будем сражаться. Вот, видишь, круг. Да, круг уменьшается. Я вижу, двигается, чувак. Так, он умер. Мясо. Вот здесь сидим. Стоять, стоять. Что это такое за щит? Хочу щит получить. Это как PUBG. Здесь тоже уменьшается все. Да я побежал! Я какой-то конь. Кто я такой? Ну, я вообще травоядный динозавр, насколько я помню. Я трицератопс. Так, круг реально уменьшается. Где все враги? Вот. Я его съел. Я достиг максимальной эволюции. Я стал носорогом. Нет, я не знаю кто, но я на первом месте. Я крутой. А могу получить в два раза больше билетов каких-то или карточек, непонятно, беру. Забрал награду, мне предлагают еще 8 кристаллов. Берем. Я могу за ролик получить 24 кристалла за 4 кило. Я только что выбил X5, смотри, получаю 2000 золота. Я нереально богатый динозавр. Давай мы посмотрим, что мы тут за карточки открыли. Как ты называешься? Пахуцелапозаурус. Возможно, неправильно прочел, но это он. Короче, лысая башка динозавр. Смотри, сколько динозавров здесь будет. Ё-моё. Ого, здесь что, бесконечно динозавров? Здесь все динозавры, которые были на планете Земля? Безумие. Тут вообще какие-то горы непонятные. Предлагают за кристаллы что-то купить. Хорошо, за 40 кристаллов покупаем. Я, конечно, карту хотел другую. Ну ладно, теперь покупаем. Сколько стоит новый динозаврик? Раз, два. Я же не вижу стоимость. А, 66 здесь уже стоит. Вот. Раз, два. Ну да, тут надо будет ячейки в любом случае покупать. Вот у нас две лысые башки. Объединяем две лысые башки. Получим анкилозавр. Да, анкилозавр, ты хорош. Смотри, вот это динозавр. Смотри на это лицо. Как у дракона. Злюка такой еще и смешной. Хихикает что-то. Говорит, я тебя сожру. Такой хитрюга. Это динозавр хитрюга. Понятно, что он анкилозавр, но у нас другое имя. Динозавр хитрюга. Смотри, как он прикольно бегает. Он бегает, по-моему, как собака. Или как заяц. Точно, что ноги одни под себя, другие вот так вот. Ну, лапы точнее. Что это за энергия? Вау, 6-го уровня. Ай-яй-яй, ты кто такой, дядя? Пошли заново сейчас. Новая каточка. Привет, куры! Куры — это самая низшая форма эволюции здесь в игре. Они просто в самом низу пищевой цепи. Как много куриц? Что это за куры вообще? Это что, бонус левел какой-то? Где вообще динозавры? Одни куры. Воу-воу-воу, 5-го уровня ухожу. Да ну не гонись за мной, дядя. Мне надо как-то покушать. Воу-воу, 3-го, 4-го надо сожрать, догнать. Его я стану сильнее. Так, я чуть-чуть быстрее, я отрываюсь. У меня двигатель лучше. Воу-воу-воу-воу, так, давай, съел. Я могу теперь его съесть. Хорошо, как много мяса. Так, убегаем. Воу, да откуда ты взялся, чувачок-то, а? Как-то сложно мне становится. Конечно, золото я зарабатываю, но и хотелось бы, бро, здесь получить первое место. Вот, если честно, от меня не все здесь зависит. Как-то враги из ниоткуда появляются, потому что я же не вижу, что происходит. Ай, смотри, как он гонится за мной. Да отстань, что ты за мной гонишься, а? Прицепился-то ко мне. Давай, давай, я его не могу сожрать, потому что у него 4 из 7, а у меня 2 из 7. Так, я ухожу, у меня двигло лучше. Не догонишь, Нубик, у меня двигатель стоит. Я быстрее, я спортсмен. Воу, ты кто такой, гонишься за мной? Так, сожрать его, сожрать, сожрать, мясо ем. Вверх надо уходить. Я пока что не могу его съесть. Куда мне бежать? Круг уменьшается. Так, я съел. Блин, он меня съел. Тут тяжело на самом деле занять первое место. Так, взял X4, получил 1120 игрового золота. Так, тут делаем слияние. Тут слияние. А, все, мне надо карточку покупать, я уже не могу сделать слияние. Да, без карточки, без одного слота никуда. Вот тут объединяем. Два таких вот анкилозавра, ты был хитрюга лучший. Но, к сожалению, тебе не повезло. Судьба не дала тебе занять первое место. И вот ты кто! Это у нас Паразаурулопус. Ну он конь. Ну реально он на коня похож. Это конь. Будет он динозавр-конь. Потому что сказать, что он Паразаурулопус, ну как-то... Я сейчас через секунду забуду, как его зовут. Паразаурулопус, Паразаурулопус, вперед в битву. Потому что он Паразаурулопус. Вдруг я сейчас выговариваю неправильно его имя. Значит, он будет 100-500 раз неправильный Паразаурулопус.
Конь, это динозавр-конь. Ого, ого, почему он такой был? Ага, он на энергии был, конечно. А я могу как-то их прокачивать? То есть в самом начале я могу просто выбирать здесь. Вот энергия, щит, ХП, либо скорость. А там чувак на скорости прибежал, он был мало того, что больше. То есть здесь совершенно рандомная игра, и игра не дает шанса вообще тебе. От тебя реально мало что зависит. И мясо не смог взять. Ой, иди сюда, ну куда ты бежишь, дурак, ну куда вы, ну, мясо, фух, съел. Стал 6 уровня, вот 7-го. А, стегозавр за мной гонится, так, у меня какая-то энергия, не возьму энергию. Ну, стегозавр 7-го левела, дядя. У меня щит сейчас будет какой-то. Мне бы скорость взять, еще энергия. А, это скорость. Ем, ем, я тоже теперь стегозавр. Я на 5-м месте. Ну, неплохо. Давай я тебя съем хорошо, и кристаллы есть, и мясо. Я спинозавр, я в шоке. 3-е место спинозавра, кто же на 1-м? Ого, я понял. Там травоядный огромный динозавр. Я его не смогу переплюнуть. Ем, 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 спинозаврика. Так, давай, 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 он 9-го, мне энергия бы не помешала. Я ухожу от него, скорость. Мне щит нужен какой-то. Но я занял 2-е место, ну хоть не слился. Я остался в живых на 2-м месте. Надеюсь, что мне дадут какие-то бонусы за то, что я такой весь крутой. Бро, я получил 18 тысяч золота. Я самый богатый динозавр на планете Земля во время динозавров. Ну что ж, новый слот купить я не могу. А, за ролик могу. Слот я открыл. Давай сделаем новую эволюцию нового динозавра. Трачу золотишко, которое здесь насобирал. Вот здесь, вот здесь. Слияние вот так. Вот еще анкилозавр. Открыл 2 динозавра за ролик. Прикольно, а вот внизу еще что-то могу открыть за ролик. Давай мы сделаем тут слияние. Получил еще 2 карточки ушастого динозавра. Делаем сюда слияние, сюда 2 анкила, 2 коня. Получаем 6 уровня. Вот он, трицератопс. Красавчик. Тут мы можем открыть слот за 560 кристаллов. Тут вообще нет смысла собирать кристаллы, если можно за ролик открыть это все. Динозавр 6 уровня. Я уверен, что враги будут еще выше уровня. Пока что едим курей. Ням-ням, курица 1, курица 2, курица 3, курица 4, курица 5, курица 6, курица 7. Воу, отлично. Анкилозавр 8. Я стал сразу стегозавром. Хорошо. Вот этого тоже едим. Ай-яй-яй. Мясо, мясо. Я стал спинозавриком. Воу-воу-воу, спинозавр за мной гонится. Другого спинозавра надо съесть. Съел. Давай, фух, я еле выжил, бро. Я мог здесь проиграть. Вниз рулю. Да. Вот этого сожрать коня. Так, мясо, мясо. Я травоядный вообще-то динозавр. Я почему-то здесь ем другие динозавры. Ну ладно, не заморачиваемся. Я Тирекс. Я в шоке, Тирекс 10 уровня. Ну вернись. Я тебя съем. А что после 10 уровня-то идет? Я не знаю. Вот этого чувачка съедим. Я на 1-м месте. Да, я Тирекс. Получил золотую медаль. Миссии плюс 3. Ладно, берем за ролик. Бро, я заработал 524 миллиона золота. Зачем разработчики вводят эти какие-то нереальные цифры в играх? Неужели нельзя сделать, чтобы динозавр стоил там 3 золота, другой там 5, тот 10? Они 524 миллиона ввели на 6 уровне. А что же будет на 10? Я даже не смогу выговаривать эти цифры. И мы получили такого вот прикольного трицератопса на 6 уровне. Я думаю, что пока что мы с тобой завершим прохождение этой игры в сегодняшнем ролике, а дальше продолжим. Тут много динозавров прикольных. Смотри, вот даже саблезубый тигр есть, это вот мамонт. Это вообще непонятно, что за чудовище. Тут тоже непонятные динозавры. Тут вообще люди какие-то, это явно не динозавры идут, смотри. Какие-то пришельцы, я таких динозавров не помню. Тут богомол. Ух ты, здесь муравей, здесь демон вообще страшный какой-то. Ну что ж. Довольно будет интересно посмотреть, что здесь за существа будут впереди. А с тобой был Воблер, оставайся на канале, смотри другие ролики, скоро увидимся, пока.